Сестренка Тугунка, погодок Касьянке, припасла котелок, держала его наготове, чтоб, как наступит пора, растирать в нем Максу с луком, не бегать, не искать посудину. Очень это важный период, заправка ухи. Обваренную Максу выминали черпаком, кидали в котелок и перетирали вместе с луком. Желтую, парящую жижицу затем вытряхивали обратно в котел. И дивно сдобренная, без того валящая с ног сытым ароматом уха, обмирала в котле, словно тронувшееся сдобное тесто, готовое в любой миг полезть через край от силы его распирающей и полной вызрелости. К бурно закипевшему котлу, по которому гоняет лавровые листья, и в середине кружит белопенную воронку, завихряя в ней горошинки перца, мелкие угольки, серые лохматы отгара и комаров, дежурный плед в корзине, вычищенную, мытую, расчлененную рыбу. Все.